поединок надо проводить грамотно, крайне рассчитать свои силы правильно. Посмотрим, как сложится этот бой. Первый раунд. Начинается первый раунд. Да, кстати, в углу Яга Геденидзе, Давид Кирия секундирует активно своему подопечному. В правосторонней стойке работает Янис Манолас. Но нужно заходить за переднюю ногу сейчас Яга Геденидзе. Подлавливать его. В зале скандируют синие перчатки. Болеют, очевидно, за Яга Геденидзе. Отдает пока Геденидзе инициативу сопернику. Но как перехватывает, здорово. Провел трехударную комбинацию, однако до цели эти удары не достигли. Но во время шторма любой порт подойдет. Фронт-кик точно в голову, подобно тому, что мы видели в поединке Витора Белфорда с Дэном Хендерсоном. Или Андерсона Сильвы с Витором Белфортом. Выбирайте любой, что называется. Проваливает атаку неплохо Яга Геденидзе, но это не нокдаун. Янис Манолас идет вперед. Начинает поджимать. Мощный, мощный удар в корпус. Пробивает Яга Геденидзе. Отдает инициативу. Тут же летит хай-кик и мидл. Мидл. Отличный. Прошел у Манолоса. У Яга Геденидзе есть преимущество в дистанции, но он им не пользуется. И вот сейчас пропускает удар навстречу. Очень опасный удар. Хорошо подловил Яга Геденидзе. И тут же флайн не летит точно в голову. Нельзя отпускать сейчас соперника. Есть возможность поработать у Яга Геденидзе, но почему-то отдает пространство. Отдает работу первым номером оппоненту, хотя можно было попытаться развить свой успех. Возможно, учитывает, что биться на протяжении четырех раундов будет крайне энергозатратно. И важно рассчитать свои силы. Хай-кик в исполнении Яниса Манолоса. Тут же лоу от Яга Геденидзе. Вот здесь в пах пришелся удар. О чем сигнализирует Манолас рефери. Дает время на восстановление рефери оппоненту Яга Геденидзе. До 5 минут, как правило, есть возможность у бойца отдохнуть после пропущенного удара. Но обычно так много времени не требуется. Самый тяжелый удар вот из тех, что я видел, пришелся на поединок Заба Джуда с Мигелем Кота. Боксерский поединок, где Заб Джуда буквально распластался на ринге. Но пришел в себя минуты за три. Ну а у нас поединок возобновляется. Яга Геденидзе попытался достать соперника. Не получилось. Пока держится на дистанции Янис Манолас. Это выгодно Геденидзе, у которого длиннее руки, длиннее ноги. Но он пока эту самую дистанцию не использовал. Первый раунд завершен. Состоится новый фестиваль ТНА Music Fest. Зрелищное шоу, самые зажигательные хиты этого сезона, море праздники и эмоций. Все это на главной сцене ТНА. Хедлайнер фестиваля идут Дима Белорусский, Хабиб, Френдзона. Покупай билеты без комиссии на tna.tickets.ru. На Music Fest также можно приобрести столик в VIP-зону. Информация по телефону 527-85-50. Не пропустите важные события Татнефть-Арена в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте. Здесь вы найдете не только свежие новости из жизни Ледового дворца, но и возможность выиграть билеты на самые интересные мероприятия в Казани. Так, поединок возобновляется. Это второй раунд. Янис Манолас против Яга Геденидзе. И Манолас тут же пошел на соперника. Попытался захватить инициативу. Отлично проваливает эту атаку Яга Геденидзе. Идет вперед на оппонента сам. Пробивает мидл кик. Это заруба настоящая сейчас у нас с вами, друзья. Наблюдается Янис Манолас.
не желает отступать. Он готов порубиться с соперником. Тем же отвечает Яга Гиденидзе. И сейчас, возможно, мы увидим настоящую драку. То, чего так ждут зрители. Вот это сейчас здорово отбивает ноги Яга Гиденидзе. Хорошая атака в его исполнении, но отпускает снова соперника с разворота. Точно такой спиннинг-бэк. Лоу. Кик. Интересно. Обычно с разворота либо в голову, либо в корпус пробивает. Отдает сейчас пространство. Янис, вернее, Яга Гиденидзе поджимает Янис Манолас, но как-то не очень уверенно действует. Все-таки ждет он атаки от соперника, ждет того, что Яга Гиденидзе поработает первым номером и затем попытается Манолас подловить его на контр-выпаде, на контр-атаке. Вот сейчас еще одна комбинация. Идет в атаку Янис Манолас, фронт-кик в его исполнении, но цели он не достиг. Все контролирует пока Яга Гиденидзе. Пропускает. Все, удары летят в молоко. Не достигают цели. Фронт-кик от Яниса Манолоса. Еще одна небольшая рубка в центре. Немножко снизился темп по сравнению с тем, что мы видели в первом раунде и во втором в начале. Янис Манолос идет в атаку. Вот сейчас поджимает Яга Гиденидзе к канатам. Фронт-кик. Теперь удар в корпус и в голову нанес Янис Манолас. Вот здесь важно Яга Гиденидзе остаться на дистанции, которая ему более выгодна. Это именно дальняя дистанция или средняя, но никак не ближняя. Ближней дистанции у Яниса Манолоса будет преимущество. Яга Гиденидзе. Вот здесь, на этой дистанции, нужно оставлять Яниса Манолоса джебом, фронт-киком, чем угодно. Но не давать сближаться. Промахивается Яга Гиденидзе. А вот Янис Манолас попадает. Важно не включаться в каждый удар. Яга Гиденидзе нужно все-таки больше налегке действовать. 5 секунд до конца. Пропускает Яга Гиденидзе. Раунд завершен. Вот вы сейчас видите Давида Кирилл на ваших экранах, друзья. Хорошо провести время. А если вы смотрите наш чемпионат, то вы точно относитесь к этому числу. Так, не в арене для ваших праздников всегда открыты двери ресторана «Айсберг». Прекрасный вид на акваторию реки Казанки, стабильное качество, стилизованный интерьер и индивидуальный подход делают ваше торжество поистине уникальным. Свадьба юбилей и фильтр таких в ресторане «Айсберг» ваш незабываемый праздник пройдет на высочайшем уровне. Информация по телефону 527-85-11. 5-2-7-8-5-1-1. Итак, все готово к продолжению. Это третий раунд. Яга Гиденидзе, Янис Манолас. Греция против Грузии. Третий. На казанской земле. Манолас понимает, что, возможно, второй раунд он слегка отдал сопернику и сейчас хочет реваншироваться. Ой, как здорово сейчас Яга Гиденидзе подлавливает, ушел от атаки оппонента. Достал его апперкотом и тут же хуком. Вот здесь на дистанции нужно держать Яга Гиденидзе соперника, не давать сближаться ни в коем случае. Манолас поджимает Яга Гиденидзе к канатам. Отрабатывает корпус и голову, заряжает хайкик. Зажимается за блоком, прячется Яга Гиденидзе. Больше налегке нужно ему действовать, больше движений. Но пока этого мы не видим. Он дает возможность поработать Янису Манолосу первым номером. В этом, возможно, его ошибка. Но, кто знает, может быть, бережет силы на четвертую. На четвертый отрезок боя. Все-таки это третий раунд. Осталось биться 2 минуты до конца. Хай-кик очень мощный. Вернее, мидл-кик, прошу прощения, мощный от Яниса Манолоса.
Яга Гедынидзе. Зажат у канатов в углу. Нужно выбираться в любом случае. Очень мощный удар запускает. Пусть они в блок приходится, но рано или поздно это скажется. Яга, нужно выходить. Как хорошо Яга подловил. Вот это был удар. Ну, отпускает, отпускает соперника. Вот здесь можно поработать. Единица. Отпускает оппонента все-таки. Снова заряжает и справа, и слева. Но мы видим, что Янис готов ответить. Готов ответить боковым. Боковой выбрасывает и Яго. Но видно, что бойцы уже немножко подсели, конечно. Оба уповают на мощные удары, на жесткие попадания. Как таковой такой комбинационной работы мы здесь не видим. Скорее, одиночные выпады и дальше просмотр соперника. А вот хотелось бы все-таки от Гедынидзе больше комбинаций увидеть в этом поединке. Больше работы по этажам. Вот здесь боковой, еще справа удар. Отличный прошел у Яга Гедынидзе. Но отпускает снова. Не дожимает соперника. 19 секунд до конца третьего раунда. Действует Яга Гедынидзе только после того, как Янис Манолас проведет свою атаку. Вот здесь проваливает, но не попадает. А хороший был бы удар. Снова. Снова мимо. Раунд завершен. Очень непростое противостояние, но в любом случае все решится в четвертом отрезке. Кто выложится больше, кто покажет свой максимум, тот и победит. Друзья, Ледовый дворец спорта «Татнефть-Арена» совместно с нашим официальным партнером авиакомпанией «ЮВТ-Аэро» провели конкурс «Розыгрыш сертификата от авиакомпании «ЮВТ-Аэро» в Ярославле на два лица». Сегодня в прямом эфире в инстаграме «ТНФальс» мы определили победителя розыгрыша. И чуть позже мы его объявим. Ввиду отсутствия нокаута или нокдауна объявлен дополнительный четвертый раунд с обязательным вынесением судейского решения. Четвертый раунд. Итак, четвертый раунд, друзья. Он же финальный раунд противостояния между Яго Гедынидзе и Янисом Манолоса. Яго Гедынидзе отдает пространство Янису снова, как это было в предыдущих раундах. И Янис побежал вперед. Он понимает, что нужно забирать этот отрезок боя. Заряжает слева очень мощные удары. Проваливает атаку Яго Гедынидзе. Проблема сейчас Яга Гедынидзе заключается в том, что он остается у канатов, а нельзя здесь работать. В глазах судей сразу же предпочтительнее выглядит Янис Манолас. Яга Гедынидзе пока... Вот здесь лоу-кик был с его стороны, но пока он не выбрасывает то количество ударов, которое нужно для победы. И посмотрите, как действует здесь Янис Манолас, какой хай-кик он зарядил, сколько желания в этих ударах, с его стороны. Давид Кирия кричит там, ничего не работаешь, Яга Гедынидзе, нужно больше ударов. Но очевидно, что Яга Гедынидзе подсел и пока не восстановился. Да, очень здорово Янис Манола здесь действует. Потрясающе комбинирует удары, пытается ответить Яга Гедынидзе, у него получается это сделать. Есть удар и от Яниса Манолоса точно в голову. Пусть и вскользь приходится, но вот здесь хотелось бы рубки увидеть, настоящий мужской зарубы, драки в четвертом раунде, когда как раз таки все и решается. Идет вперед Янис Манолас, выбрасывает боковые. Попытался Яга Гедынидзе ответить франт-киком, а кроссом, и тут же боковой, еще и колено. Почему не работает на расстоянии Яга Гедынидзе, я не понимаю. Вот здесь уповает на каждый
удар свой, пытается зарядить с каждым ударом, но все эти удары Янис Манолас видит. И поэтому не... Вот хорошо достал апперкотом, Яга Гиденидзе, но пропускает фронт. Фронт-кик. Мидл-кик со стороны Яга Гиденидзе. Еще один удар, тем же отвечает Манолас. Потрясающее противостояние, друзья. Великолепный бой. Вот это удар от Яга Гиденидзе. Боковой еще один. Манолас показывает, что ему все нипочем. Вот это заруба, друзья мои. Что творится сейчас на Татнефть-арене? Настоящая мужская драка. У кого больше желания? 9 секунд до конца. 9 секунд, уже 5, 4, 3. Побежал вперед Яга Гиденидзе. Все, поединок завершен. Поединок завершен, и мне показалось, что Яга Гиденидзе в этом раунде был истощен. И поэтому не показал свой максимум, не проявил себя до конца. И поэтому я думаю, что Янис Манолас в этом бою оказался сильнее, он в четвертом раунде смотрелся интереснее, у него было больше ударов, больше комбинаций, он попадал чаще. Яга Гиденидзе был слишком заряжен на один удар, и вот эти удары, как правило, не проходили. У него прошел один хороший апперкот и дальше боковой. Но в четвертом раунде, к сожалению, для Яга Гиденидзе и, к счастью, для Яниса Манолоса, Янис Манолас проявил себя лучше. Но в любом случае решать не мне, я всего лишь говорю то, что я видел и как мне показалось, решать будут судьи. И скоро мы узнаем, кто же все-таки выиграл этот бой. Центр! По решению судей, победу в этом поединке одержал боец из Греции, Янис Манолас. Да, мнение судей с моим тоже совпало здесь. Янис Манолас действительно смотрелся в четвертом раунде предпочтительнее. У него было больше ударов, больше попаданий. К сожалению, Яга Гиденидзе был слишком заряжен и подустал к четвертому раунду. И это повлияло. Так что поздравляем Яниса с этой победой. Ευχαριστώ πολύ που πήρα συμμετοχή σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το δασκαλό μου κριτικό και αυτόν τον άνθρωπο που φτάσαμε σήμερα να παίξω αυτό το ring. Ευχαριστώ πολύ, Τένι μου.